Тогда «Салют» обыграл со счетом 2-0 футбольный клуб «Рязань». Сергеев подбирает мяч. И бодро, резво бежит по своему левому флангу. Отдает интересную проникающую передачу. Дегтев, прострел на дальнюю. Замыкание. Мяч в сетке. Отметился голом Артем Малахов. 13-й мяч в этом первенстве у Артема Малахова. И, конечно же, стоит отдельно отметить Дениса Дегтева. 35-летний, сверхопытный мастер, отдал ювелирную, выверенную передачу по уходящей траектории от Кобзева прямо на набегающего Артема Малахова.